Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести очередную ассамблею Межпарламентского союза в России. Это решение спикер озвучила накануне на встрече с руководством союза. Она подчеркнула недопустимость проведения международных мероприятий в странах, которые не гарантируют участие всех парламентариев. В этой связи мы подготовили к вам наше официальное обращение с предложением одно из заседаний Межпарламентского союза провести, как мы понимаем, самый ранний срок, это может быть 17-й год, провести в России. При этом мы берем на себя все обязательства и гарантии организовать и провести очередное заседание Ассамблеи МПС на высочайшем уровне с гарантией участия всех делегатов. Также Матвиенко предложила повысить статус Межпарламентской ассамблеи СНГ до ассоциированного члена МПС. Добавлю, что в 133-й сессии организации в этом году примет участие делегация обеих палат Федерального собрания Российской Федерации.